Конструкторское бюро Александра Яковлева сыграло одну из ведущих ролей в становлении советской реактивной авиации. В конце 40-х годов коллектив Яковлева работал над несколькими опытными и перспективными моделями самолетов с бочкообразным фюзеляжем. Основное внимание уделялось развитию конструкции истребителя Як-15, который к этому времени находился на вооружении строевых частей. В то же время проводились испытания машин, получивших новую форму крыла. Было сделано несколько образцов опытных самолетов Як-19, Як-30, Як-25 первый, Як-50. Вот на Як-30 впервые в нашем АКБ были использованы стреловидные крылья. 35 градусов стрелка составляла. Дело-то все в том, что прямое крыло не давало развить максимальную скорость полета, которая превосходила скорость звука. Но до скорости звука было еще далеко. Наиболее удачным среди нескольких вариантов был признан проект Як-23, который разрабатывался без официального задания, в инициативном порядке. Эта машина пошла в серийное производство в 1949 году. Она была сконструирована по реданной схеме, когда двигатель размещался в носовой части фюзеляжа, а выхлопные газы выводились под кабиной пилота. Впервые машина поднялась в небо 17 июня 1947 года. Самолет был традиционно прост и доступен в пилотировании летчикам средней квалификации. Истребитель предназначался прежде всего для ведения боев на малых и средних высотах. Два учебных воздушных боя с опытным реактивным бомбардировщиком Ту-12 доказали, что Як-23 может успешно бороться с ударными самолетами нового поколения. Он легок в управлении, отличное вооружение позволяли ему быть на передовых позициях истребителей. Надо отметить, что Як-23 по сравнению с первыми машинами нашего АКБ Як-15 и Як-17 уже был достаточно отработан для того, чтобы его схема позволяла перейти на другую конфигурацию машин, истребителей, реактивных истребителей нашего АКБ. Як-23 – одноместный истребитель. Двигатель РД-500 тягой 1590 килограммов. Длина 8,1 метра. Размах крыльев 8,7 метра. Взлетная масса 3389 килограммов. 23 километра в час. Практический потолок 14800 метров. Практическая дальность 1400 километров. Вооружение – две скорострельные авиационные пушки калибра 23 мм. В начале 1948 года Як-23 был принят на вооружение и запущен в серийное производство. Вскоре его получили военно-воздушные силы стран Восточной Европы. Там самолет не просто завоевал симпатии авиаторов, но и сыграл заметную роль в развитии местных ВВС. Одним из крупнейших зарубежных владельцев Як-23 стала Польша. Первые истребители этого типа поступили на берега Вислы в декабре 1950 года. А в общей сложности до 1953 года поляки получили более 100 экземпляров Як-23. По сотне таких машин получили также Чехословакия, Болгария, по несколько десятков Румыния и Албания. Один экземпляр Як-23, предназначенный для ВВС Албании, исчез в Югославии во время транспортировки в разобранном виде по железной дороге. Через два месяца пропажа нашлась. Исчезновение и новое появление вагона с истребителем организовали спецслужбы США. Они отправили Як-23 за океан, где его собрали и испытали на авиабазе «Райт-Паттерсон»
а затем вернули в Югославию. К началу 50-х годов ведущие конструкторские коллективы были способны решать самые серьезные задачи. Это хорошо понимало руководство страны. 6 августа 1951 года в кабинете Сталина прошло совещание, на котором обсуждались вопросы проектирования новых боевых машин. В качестве силовых установок предложили использовать новые, небольшие по габаритам, но мощные двигатели АМ-5 конструктора Микулина. Важнейшим направлением работ было признано создание дальнего всепогодного истребителя-перехватчика, предназначенного для защиты границ СССР, особенно в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. В конкурсе приняли участие три конструкторских бюро – Артема Микояна, Семена Лавочкина и Александра Яковлева. После многочисленных испытаний, сравнения летных и тактических характеристик, лучшим перехватчиком был признан Як-25. Государственная комиссия по достоинству оценила труд конструкторов, их новаторские идеи и грамотные решения. В первую очередь это касалось компоновочной схемы. Наши конструкторы уже начали разрабатывать вариант самолета с другой схемой. То есть они убрали двигатель из фюзеляжа самолета и повесили движки на крылья. Весь фюзеляж освободился для установки топливных баков, и носовая часть самолета стала пригодна для установки штурманской кабины или мощного радиолокатора. Радиолокационную станцию разместили в носовой части самолета под обтекателем. Кресла пилотов стояли друг за другом под общей сдвижной крышкой фонаря. Кабина, в отличие от первых реактивных машин, была герметизирована. Крыло перехватчика имело стреловидность 45 градусов. Продолжительность полета Як-25 значительно превышала аналогичные показатели всех реактивных истребителей того времени. Пилотажно-навигационный и радиолокационный комплексы истребителя позволяли осуществлять перехват воздушных целей в любых погодных условиях и на большом диапазоне высот. По мнению военных, главному требованию несению боевого дежурства на значительном удалении от аэродромов базирования новый истребитель-перехватчик соответствовал полностью. Ну и надо сказать, что этот самолет очень полюбился военным летчикам. Они попадали в кабину такого широкого размаха, свободно. Все там было. Як-25 – двухместный двухдвигательный истребитель-перехватчик. Двигатель 2РД-5А тягой по 2000 килограммов. Длина 15,5 метров. Размах крыльев 11 метров. Взлетная масса 10 тысяч килограммов. Максимальная скорость 1090 км в час. Практический потолок 12 тысяч метров. Практическая дальность 2700 км. Вооружение – две скорострельные авиационные пушки калибра 37 мм. Як-25 был хорошо управляем в полете. На этой машине допускалось и выполнение фигур высшего пилотажа. Самолет летал уже на сверхзвуковых скоростях. Из-за отсутствия штатного радиолокатора «Сокол», который не успели запустить в серийное производство, на первых перехватчиках было установлено электронное прицельное устройство «Изумруд». А мощный радиолокационный локатор «Изумруд», он позволял обнаруживать противника бомбардировщики с расстояния 25 километров, истребителей порядка 15 километров, что значительно увеличилось время для поражения этих целей. На вооружение авиационных частей новые машины стали поступать в сентябре 1954 года. К этому времени отечественная авиапромышленность стала выпускать более мощные двигатели, которые могли работать в форсажном режиме. С ними самолет имел более высокие пилотажные характеристики.
Як-25 понравился экипажам. Он приобрел репутацию простой и надежной машины, оказался приятным в пилотировании и обладал неплохими взлетно-посадочными характеристиками. По меткому выражению летчика-испытателя Кипелкина, саморул и самосад. А его большая кабина была очень комфортной. Дублированное управление значительно облегчало работу летчиков в длительном полете. Як-25, вспоминал бывший заместитель главнокомандующего войсками противовоздушной обороны СССР маршал авиации Евгений Савицкий, обладал для того времени всеми необходимыми качествами, чтобы стать основным типом всепогодного истребителя-перехватчика. В довершение ко всему самолет оказался прост в управлении. Настолько прост, что я долгое время летал на нем во все командировки. Впервые истребители-перехватчики Як-25 были продемонстрированы в июле 1955 года на авиационном празднике в Тушино. 1 мая следующего года Яки-25 прошли над Красной площадью и снова приняли участие в Тушинском параде. Серийное производство продолжалось 3 года, с 1954 по 1957. Всего было построено и поступило в войска около 500 машин. Як-25 стал первым отечественным всепогодным ночным сверхзвуковым дальним истребителем-перехватчиком. На Западе самолет получил обозначение «Flashlight» — «Вспышка». Он находился на вооружении до середины 60-х годов. Благодаря Як-25 задача защиты северных и дальневосточных воздушных рубежей была решена. Именно эти направления рассматривались командованием НАТО как основные для вторжения бомбардировочных армат. 25-й стал родоначальником целой серии новых сверхзвуковых самолетов. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие».